Анна Мусина. Могу ли я спросить, еду к маме, 82 года, характер очень тяжелый. Всегда обвиняет свою сестру во всех грехах. Живет все время в прошлом, слушать меня не хочет. Не воспитывайте ее. Яйца куриц не учат. Хочу приехать, почистить помещение, почитать на нее мантры. Все можете. Для себя решила, что не буду злиться на нее. Будете, потому что это вас уже цепляет. Едьте и знайте, она имеет право быть вредным человеком. Почему? Когда человека воспитывали, то ему приходилось жить в другом обществе. Я когда-то вот начал смотреть на фотографии старые, которые были там в 30-х годах и там еще позже. Я обратил внимание, что большинство женщин, которые ходили зимой, на них не было колгот. А если не было колгот, то есть торчали просто голые ноги. Почему? Гамаш не было, потому что не было колгот. Вы представляете, не было обуви теплой. Вы представляете, как им сложно было жить тогда. У них не было теплой одежды. Если мужик одевал на себя штаны, женщина не могла себе это позволить. Ходили работать впроголодь, делали семьи или заводили семьи от необходимости, потому что вдвоем легче выживать. Старались на благо Родины, забывая о своих благах. Ну и много всего было, знаете. И жизнь была тяжелая. Когда человек выживает, то человек не может быть теплым, добрым, он не может быть милосердным. Ну и таких людей, в них воспитали вот эту жестокость где-то, воспитали злость какую-то. И когда они проявляют радость, то они начинают гневиться. Почему? Это особенность, они по-другому не умеют, их никто не научил, жизнь была очень сложная. Именно поэтому, если вы все-таки милосердный человек, всегда, когда мама будет гневиться, ругаться и нервничать, говорите: мама, я тебя тоже люблю, все в порядке. Конечно, делай все, что захочешь. Смотрите, ребенок родился больным, и ребенок родился, допустим, кричащим. И вот он, когда кричит, там, обкаканный, или когда кричит, у него там что-то не так, мы же его в этот момент не воспитываем. Мы же не становимся и не начинаем этому ребенку кричать: а ну, рот закрой, сколько можно, задолбал ты нас. Мы же этого не делаем. Мне даже представить это сложно. Но вот, когда человек становится взрослее и взрослее, вы должны знать, он сдвигается в сторону детства. Это так устроена наша психика. Она плавно, медленно начинает деградировать немножко, ну я не говорю у всех, у некоторых, и человек становится такой, как ребенок, то есть он становится, он требует больше внимания, он становится более, требует больше внимания, становится, ну, более таким капризным и так далее, не понимает вот все его, все мотивы, которые были в предыдущей жизни, все идеи, которые были, они уже не имеют никакого значения, он плавно сдвигается в сторону вот такого детского восприятия. Это проверенная информация. И когда ребенок вот маленький, или когда ребенок там грудной, или когда ребенок растет, и он имеет право быть вредным, да, почему? Животик болит там, или еще что, плакать может. Ну вот ваша мама, она сдвигается в эту сторону, но только она плакать не умеет, она просто вредничает. А почему вредничает? Потому что может быть давление, может диабет первого или второго типа, может варикоз быть, может гастрит постоянный мучает, может склероз где-то, окклюзия или там протрузия. Но будь что, то есть ее это мучает, мулит, у нее постоянно что-то болит, может с утра до ночи ее кости ломают. Вы приедете лучше, у нее спросите: мама, что у тебя болит? Может зубик болит, знаете, там мозг трет, ухо не слышит, что-то, голова крутится все время, гудит.